В Лапсарах прошли 23-е всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель» в память заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашии Николая Михайлова. В соревнованиях приняли участие больше 100 сильнейших спортсменов из Чувашии, Республики Мариэл, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Старт соревнованиям дал Михаил Игнатьев. Где как ни в спорте закаляется характер, развиваются лидерские качества, отметил глава Чувашии. Сам он регулярно выходит на лыжные прогулки с семьей. Гость республики, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, не понаслышке знает о цене побед. Он часто приезжает в Чувашию. На этот раз он привез свою новую книгу о жизни, о судьбе, о спорте. Книга поучительна чем? Особенно для подрастающего поколения, для родителей, которые хотят своих детей видеть в большом спорте. Здесь много советов, много откровений о хороших людях, о моих друзьях, очень много фотографий. Не только спорт, но и многолетняя дружба связала двух именитых спортсменов – Тихонова и Михайлова. Благодаря их усилиям в 1994 году были проведены первые соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель». С тех пор соревнования стали традиционными. Из года в год растет не только число участников, но и их профессионализм. Постоянные тренировки и правильный настрой помогли лыжникам преодолеть дистанции в десятки километров. Женщины бежали 10, 25 и 30 километров, мужчины 15, 30 и 50.